это подготовка информационного блока для распространения средств массовой информации в социальных сетях, это вовлечение значит, в образовательное учреждение 97-й школе пробно значит, управление с письмами с фронта, такую же историю можно попросить Ингельский промышленный экономический техникум. И в итоге подключаем еще акцию с высадкой деревьев. Я думаю, пока на этом, чтобы мы остановились, чтобы в дальнейшем к этому только приплюсовывать. Да. Еще по теме музея боевой славы. У нас в школе есть музей боевой славы, и там есть одна женщина, наша классная руководитель, она очень включена вот этим вот историка этой темы, и мне кажется, ее как-то можно привлечь к теме лекций. Ну, я что предлагаю, вы по итогу сегодняшнего совещания поделитесь планами с вашим классным руководителем, скажите, что есть такие вещи. Может быть, она смогла бы вам помочь подготовить письма, смогла помочь подготовить материал для того, чтобы вы могли это делать.